Сегодня 8 июня. 8 июня 1851 года российский император Николай I внес изменения в главный символ Самары. По его указу щит герба украсила золотая императорская корона. Описание вновь утвержденного символа было следующим. В голубом поле, стоящая на траве белая дикая коза. Щит герба увенчан золотой императорской короною. 8 июня 1873 года в своем имении на хуторе Тананык в Бузулукском уезде вместе с семьей поселился Лев Толстой. Он жил там до августа, редактировал свой роман «Война и мир», совершал поездки по окрестным селам, изучал и составлял опись крестьянских хозяйств. В 1873 году в Поволжье был страшный голод. Лев Николаевич написал об этом письмо в газету «Московские ведомости». Он сообщил о том, что крестьяне Бузулукского уезда Самарской губернии без помощи со стороны выжить не смогут. Это было первое в истории российского государства открытое письмо, опубликованное обращение к обществу, к власти. Так о голоде в Поволжье узнала вся Россия. 8 июня в нашей стране отмечается День социального работника. Это люди, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают их решать. В их попечении пенсионеры, одинокие старики, инвалиды, беженцы и дети, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях. Социальный работник – это и психолог, и юрист, и при необходимости врач. Поэтому сегодняшний день – это повод поздравить людей этой непростой, но крайне важной для общества профессии. 8 июня поздравления с днем рождения принимают вице-губернатор, министр экономического развития и торговли Самарской области Александр Владимирович Кабенко и депутат Самарской губернской думы Юрий Михайлович Шевцов. Также в этот день, но в разные годы, а порой и столетия, были рождены русский государственный и военный деятель, министр императорского двора и уделов Илларион Воронцов-Дашков, русский живописец, идеолог поколения художников-передвижников Иван Крамской, советский военный деятель, летчик ас времен Великой Отечественной войны, трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб, советский художник кино, народный артист РСФСР Борис Дуленков, российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Олеся Форшева, российская теннисистка, победительница многих престижных соревнований Надежда Петрова и другие известные люди. С именинами сегодня поздравляем всех, кого зовут: Александр, Георгий, Давид, Егор, Елена, Иван, Макар и Юрий. 8 июня в народном календаре день карпа Карпалова. По поверью, этот святой приносит удачу всем, кто занят рыбной ловлей. А еще в этот день приглашали в дом печника, чтобы он посмотрел и подправил печь. После работы мастера обязательно угощали караваем, а один кусочек клали за печку для домового, которого побеспокоили при ремонте. Обращали внимание в этот день на комаров. Если их было много, то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые. Таким нам запомнился 8 день июня. Желаю вам здоровья и позитивного настроения!